да? Что ты, что вот раньше на днях рождения пили? У нас что пели? У нас пели, к сожалению, день рождения только раз в году, да? Нормальная песня, правильно? Чем она им не угодила, скажи, пожалуйста. Сейчас на всех днях рождения поют одно и то же. Happy birthday to you. Смотрите, как это звучит. Happy birthday, Иван Иванович Загоруйко. Вот тебе и happy birthday, да? И все иностранцы, все по-иностранному говорят, все только и слышат. Вау! Окей! Стоит такая Фрося поддатая над лужей. Вау! Плюх туда в лужу, и оттуда уже окей! Так что нечего нам на заграницу оглядываться. Мы должны идти своим путем, тогда все у нас будет путем. А война начнется, они все у нас еще в очереди будут стоять, спрашивать, как портянки заворачивать. После 10-летней разлуки решили попариться в бане. Ой, девки! Все-таки баня – это вещь, а? Слушай, Вер, ты как поспокойней мойся, а? Ну, что ты здесь плещешься, как бобер в аквапарке? А что такого-то, Грэн? Я в бане купаюсь, а в бане нужно чувствовать себя свободно. Нет, нет, девочки, я так не могу. Ну, надо же как-то поспокойнее, ты же здесь не одна. Вот я тоже хотела сказать, Вера, ты вообще уже обалдела. У нас тут три человека сидит, а ты здесь прискаешься, как эгоистка. Выгнать надо тебя к чертовой матери. Слышь, ты, мечта логопеда. Ты помолчал, да? А что, мне слова нельзя вставить? Сначала зуб вставь, а потом слова будешь вставлять. А что ты прицепилась к моим зубам? У меня всего одного зуба нет, даже незаметно. Никто даже не догадывается. Я все буквы произношу. Вот смотри. А, С, 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 Сетрата, С, Сюся. Видишь, я все слова произношу четко. Так, ой, что-то мне тут уже жарко стало. Девки, пар подпустили вы, все. Что-то у меня голова кружится, пойду этот диетический обед свой поем. Мужчина, а вы как сюда попали? Что значит стриптизер? Какой еще стриптизер? Не вызывали меня таких стриптизеров? А я говорю, не звали, вы ошиблись. Я говорю, вообще, блин, не ошибся он. Это я его вызвала. Давай, Майси, танцуй. Музыку не включай, я сама тебе буду петь. Давай. Ай, я все летала, ай, я все летала. Ух ты, ух ты. Девка, да мыло, убери, ты пизёшь, сейчас раз падает на пол, а? Ух ты, мальчик, я все летала. Эх, ты чё, Майси, ты мне понравился. Майси, вот тебе моя визитка, немножко размокла. Но ты мне сегодня весерком позвони, и мы с тобой полетаем, давай. Ой, я не могу. Надя, ты видала, как эта шепелявка шипучая к стриптизеру приставала? Гон-гон-го, мальчик, гон-гон-го. Слушай, Вер, ну перестань, а? Но она же несчастная, слушай. Ну у нее всего один мужчина в жизни был, тряпочный гном в детстве. Пытается устроить свою судьбу. Девчонки, вы все? Какая судьба, девчонки? У меня судьба давно уже устроена. Муж у меня в Сурмарсейхе. С четырьмя детьми отдыхает. Два мальчика, две девочки. Любовник на даче. Грядки копает, розочки садит. Вообще у меня в центре города 5 коммерческих магазинов. И девчонки, хочу вам сделать сюрприз. Эта баня моя. Вон уже весь мир на зоны колонулся. В открытую говорят, еврозона, ты понял? Это зона, которую евреи придумали. Главных авторитетов 8. Их сходняк – большая восьмерка. Валютный фонд – общак. Кто бабки не отстегивает, тут же все будет забомбить. Пуф,
Для таких наездов специальная бригада есть, НАТО. Секретная расшифровка, наезд авторитетов и духлых отмазов. А чё ты ха-ха? Вон иракские пацаны лишнее возбухали о себе. Тут же ихнего пахана там сутейно выловили, в курятник опустили, слезы на анализ взяли, установили он.